Что ты делаешь? То, что должен. Нет, я тебе не позволю. Давай же, Дебра, стреляй. Стреляй, если так надо. Декс. Мы хотели бы посвятить этот памятник... Лагуэрта была мертва, но я не чувствовал угрызений совести. Наоборот, это решило все мои проблемы. Как Деб? Она тяжело переживает гибель Лагуэрты, они вроде были близки. Это Деб, оставьте свое сообщение. Память переполнена. Алпразолам, пароксетин, амфетамин. Деб, что происходит? Я работаю над делом, так что отвали. Ты спишь с этим парнем? Моя личная жизнь тебя не касается. Из-за тебя я перешагнула через свои принципы. Я ненавижу тебя за это. Я убила явно не того человека в трейлере. Только на работе я все еще могу держать под контролем весь этот хаос. Что у нас тут? Черепная коробка вскрыта, как будто мозг вычерпали ложечкой. Это доктор Эвелин Вогел, нейропсихолог. Она написала книгу о строении мозга психопатов. Видите вот эту область? Эта часть головного мозга отвечает за эмпатию, но люди с психологическими отклонениями... Я никому не сопереживаю. Никому не сопереживают. Это Эвелин Вогел только что выпустила третью книгу, и мне бы очень не хотелось привлекать сейчас ее внимание. Я получил сообщение, вы хотели меня видеть? Какой, по-вашему, этот мясник из Бухты-Харбор? С моей сестрой что-то происходит. Посмотри на себя, у тебя совершенно потерянный вид. Ты на себя посмотри! После 7 сезонов близится конец. Ты потерял контроль над ситуацией, Декстер. Харрисон! Харрисон! Пожалуйста. Что вам нужно? Я задал вопрос! Я так не могу. Просто вернуться к обычной жизни и притвориться, что ничего не произошло. Я не могу это сделать, потому что я не люблю тебя, черт подери. Я хочу подать заявление. Декстер. Начало конца.